Всем привет, дорогие друзья! Вам очень нравятся лайфхаки для телефона, поэтому выпиливаю для вас вторую часть. Давайте наберем 5000 лайков, и сразу же выйдут лайфхаки для игр на телефоне. Приятного просмотра! Если у вас есть огромное желание путешествовать, без английского языка никуда. Поэтому, пока у вас есть немного времени, используйте специальные приложения для телефона, которые помогут вам в изучении английского. Кроме того, что играть в игры и сидеть в социальных сетях, на телефоне еще можно зарабатывать. Для начала переходим по ссылке в описании, проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер, а лучше на все сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, после регистрации можно будет получить бонус в виде $5. Если хотите зарабатывать больше, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя, ссылка в описании. Как вы знаете, делать фотографии на телефоне можно с помощью кнопки громкости, что удобно, когда до экрана не дотягиваешься. Так вот, такая же фишка работает и в Instagram, когда записываешь сторис. Если у вас есть необходимость записать разговор с телефона, можете воспользоваться специальным приложением. Это очень удобно, когда нужно сделать важную запись разговора, чтобы потом можно было переслушивать. А для обладателей Xiaomi эта функция встроена сразу в разговор, что еще удобнее. Существует очень классное приложение, которое поможет все ваши дела привести в порядок. Называется это приложение Trello. И это не реклама, оно достаточно популярное, и я его сам лично использую. Здесь можно создавать карточки и в карточках писать или задачи, или какие-то идеи, или что-то еще. Например, я так записываю все свои идеи, а также пишу текст, и в целом очень много процессов канала проходит через это приложение. Если у вас есть цель научиться играть на гитаре, но гитары нет, почему бы не воспользоваться телефоном? Просто скачайте приложение «Гитара». Конечно, полностью научиться не получится, но узнать какие-то основы и иметь представление вполне. Для смартфона есть очень крутое приложение по повышению продуктивности. Называется оно Pomodoro. Принцип его действия заключается в том, что вы выделяете 25 минут на работу и 5 минут на отдых. При этом, во время рабочего времени вы вообще не должны ни на что не отвлекаться. Кстати, будет очень удобно использовать прошлый лайфхак и этот в связке. А чтобы следить за своими финансами, можно установить специальное приложение, которое поможет вам контролировать все сбережения. В Play Market существует куча таких программ, выбирайте на свой вкус и пользуйтесь. Возьмите пробку, резинку и фольгу. Фольгу нужно свернуть вот таким образом. Далее вставляем ее в пробку. Должно получиться вот так. Затем разрезаем резинку пополам и приклеиваем часть к пробке. В итоге у нас получается вот такой джойстик для игр. Если кто-то в Телеграме написал много сообщений, а вы не хотите, чтобы собеседник знал, что вы их прочитали, зажмите его аватарку. Перед вами появится окно предварительного диалога, где можно будет прочитать сообщение и при этом не спалиться. Ну а на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. И помните, что вместе мы сила и сможем набрать эти гребаные 5000 лайков. Всем удачи, еще увидимся. Пока!